Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Rogue. Игру, в котором, наверное, первая из линеек ассасинов, где мы играем не за самих ассасинов, а за тамплиеров. Собственно, как я понял, мы за них играем, за него точнее. После того, как мы захватили первый наш форт, теперь мы за него, собственно, получаем даже денежки. Ну, не форт, это так. В общем-то, одно место, где тусовались раньше разбойники. И теперь он называется Форт Тамплиеров. Так что... Я считаю, мы играем за тамплиеров. Я на это надеюсь. Ну и ладно, на самом деле, нам надо бежать к той паре, что нас приютило, когда мы упали. Когда, собственно, наши братья-ассасины подстрелили, когда мы бежали с манускриптом. Так, а тут можно, да. Тут, собственно, можно деньги брать. И вот это вот место там приносит небольшой доходик. Так что, я думаю, мы будем его, собственно... А вот улучшить его никак нельзя. Минус карта. Вот штамп под тамплиеров. Фрагмент анимуса. Так, все-таки побежали в лавку. Я еще в прошлый раз хотел в нее зайти, но нам по заданию не дали. Ну, а пока что нас задания нету, я думаю, можно пробежаться. Потому что нам вот все-таки, наверное, будет поохотиться на звери попробовать, если я, конечно, не забуду об этом. И сделать нам новую броньку, наверное, чтобы здоровье было побольше. Так, ну что ж, добрый день, уважаемый, что вы продаете? Так, что у нас в грузах вообще ведь? Послушайте, у нас даже груз есть какой-то. Табак. Продаем весь табак. Ткани. Так, что у нас за клинки вообще стоит сейчас? А, британский палаш. Собственно, что и стояло. Шотландский, полусабли, но это все у нас и было. Меч губернатора. После всех улучшений. Кстати, неплохо выглядит, неплохие показатели. Пистолеты тоже наши, ну да, самоубойные. Но дальность у них, конечно, хромает. Обычные колесцовые. Так, слушайте, а можно покупать эти охотничьи трофеи? Песец, арктический волк, бобер, все это арктическое. Так, неплохо. Ну-ка, что нам нужно на улучшение шеи? На одежду не дают, да? Оружие можно, видимо, менять прям так. А, вот точно, ремесла. Улучшение здоровья. Нам нужна шкура зайца. Сумка Шамбяо. И всякое барахло ненужное. Сумка с снотворными. Костюм охотника. Зачем? Все это не нужно. Так. Шкура зайца на один уровень. Шкура зайца и шкура рыси. На два. Which of my treasures might tempt you today? Так, раз шкура зайца. А, уже не сможем, да? А рысь сколько стоит вообще? 2000. А, то есть вот так туда, что есть и заяц, есть арктический заяц. Ясно. Значит, просто так прокачаться не получится. Ладно. Тогда пойдемте на задание. Yet we're to be subordinate to some junior officer fresh off the boat. But it is the way of things.
лежать. Так, немножко денег. Еще немножко денег. Ладно, пойдемте на задание тогда. Посмотрим, что там будет. Блин, а вот, кстати говоря, после Dying Light'а очень не хватает кошки, которая нам помогла быстро забраться на крышу. Тихо. Сундук. Триста монет, неплохо. Так, я уже вижу возможность, да, перепрыгнуть сюда. И вот мы почти на месте. Прыгай! Какие прыжки, конечно, у них тут сделаны. И какие-то плавные. По-моему, даже и не верится, что прыгаешь. Долгий путь на виселицу. Часть третья. Ну что ж, вперед. Хотя можно бы пробежаться, наверное, по городу, позахватывать вышки. Ну, не вышки, а эти. Полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак. Но спасибо. Мастер Кормак, простите, что тревожу. Знаю, вы только пришли в себя. Нет. Я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите. Странное оружие? Пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Пули громкие, его зовут яркие, Кристофер Гист. И боюсь, он попал в беду. Как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Ну и, собственно, мы теперь работаем на тамплиеров. Слыхали, дорогуша, в старом форте кого-то вешали. Взорвите тревочки с помощью петард. Выстрелив по его веревке. А у нас есть теперь эти петарды? Нет. Да, смотрите, как дурочка петарда. Есть такая. Петарда, дротики создают шум, который привлекает всеобщее внимание. Это идеальный инструмент для диверсии. Так, ну и куда мне можно ими выстрелить? Какие три бочки надо тут взорвать для максимальной эффективности? А я не слышу этого. Так, где-то можно забраться. А, к Сиори, мы в этом форте вообще были уже. Эх, мне бы нормальную винтовку бы какую. Пошел вон. Воу! Чуть рванул так. Внезапно. Нет, не клиршот. И мои пули. Воу! Кристофер Гис, я Шей Корман. Ну что, погнали! Полковник прислал. На! Все кончились.
Какой тут хочется, а? Что случилось? Ох, промустил удар. Господи, легкотня. Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Че все любят в таких этих, плащах пальто ходить? Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты ей управишься один. Тогда помогите. Будь осторожен, Шей. Интересно, что же делает наш корабль тут? Обычными горожанами. Эти напали на семью, которая выходила меня. Хорошие люди. Так и есть. Знаете их? Можно перезаружить пушку, Кэссиди, а? Финниган. Патрон. Лично нет, но знал их сына. Не зевай. Эти мерзавцы хитры. Лучше бы нам их выманить. Эти мерзавцы, собственно, и есть эти. Что ж, вижу, с этим делом ты с легкостью справишься и без меня. Бандит, следопыслив, ты прячешься в засаде, чтобы потом незаметно напасть. Вы можете бороться с ним, блокируя их атаки, или бросать деньги или петарды, чтобы выявить их. Вы также можете пользоваться компасом во время применения орлиного зрения, чтобы найти ближайшего следопыта или капитана. Бандит, следопыт неподалеку, используйте орлиное зрение, бла-бла-бла. На чем нападет первым? Сделаем так. Я найду новую команду для твоего корабля. Вдруг придется уходить в спешке. А эти нас не пробивают, да? Фу, черт. Хотя. Куда побежала? Кстати, женщина была, заметьте. Мы убиваем женщин. Так, где-то еще есть. Стоп, сено. Следопыты, то есть надо еще найти следопытов. А, да, from above. Эть, мимо. Так, где именно сидит, что ли? Ну да. Девочка. Тони Жданчик. Слушайте, вот это да, вот все-таки интереснее с ними драться. Что эти вот, которые нападают из засады? Блин, есть сильные ассасины, ты смотри-ка. Где еще? Такое ощущение, что там кто-то пришибло. Так, где-то подо мной, да? Привет! Так, тут где-то у нас ништяк еще лежит, да? Вон, вижу ништяк. А, это даже не ништяк. Шухер. А что это за значок алмаза такого? Просто я вот ничего такого не вижу. Встречайте старый флаг на Морриган. Будет сделано.
Ну же, где еще? Так, ящик. Оп. 120 монет. Маловато, конечно. Просто задушил. Да, я там. И что? Так, срежьте старый флаг на Морган. То есть мне надо подниматься наверх, да? Что это такое? А, спуск вниз просто, ясно. И просто не имел с этим дела, ребят, никогда. Так, наверх. Где у нас флаг торчит? А, вон он. Ай, не допрыгнул. И класс. Просто взял и, главное, не допрыгнул. Блин, все-таки плохо то, что у нас восстанавливается здоровье само по себе. Флаг ассасинов. Так, ну и каким макаром мне его срезать? А вот перерезать. Лети отсюда, тряпка. Хороший корабль. Как и обещал, команда подобрана. Лишь одно место пока не занято. Скажи, у тебя помощник есть? Нету. И давно. Что ж, тогда буду старпомом. Добро пожаловать. Заметьте цветовую разницу. Ассасины бегают в светлом. Ну, в общем-то, у них светлые цвета. Сейчас мы как тамплиер бегаем. Разрешите в темных обратиться. Цветах. Могу предложить следующий порт. Полковник ждет от меня вестей. Я думал о том же. Монро сказал, что будет в Олбани. Задание выполнено. Прекрасно! А что мы тут делаем? То есть нас просто выкинул с корабля, класс. Старпом вышвырнул нас с корабля на берег. Так, у нас есть ли там деньги на... об корабля? Ух ты, внешний вид можно уже. Серые паруса... А, то есть паруса просто. Прикольно выглядит. Аквилы. А, аквилы, господи, я думал, аквилы, как это в Вархаммере и тому подобного. Так, тяжелые ядра. Стоп, то есть тяжелые ядра у нас... А, максимум. Ладно, улучшение Морриган, что можно. Тяжелые ядра. Да, берем. Попадание наносит значительный урон с небольшого расстояния. Но у нас на это денег нет. Мортиры пока ставить не можем. Улучшение тарана. Удерживайте так, глядя вперед и быстро. Вот я вот не знаю, что быстро. То, что тут нельзя смотреть. Мощность обычных. Цилиндр. Оружие Пакл, отсек для тяжелых ядер. Кают экипажа, перевозить команды больше.
Броня шлюпки, мощность гарпуна тех шлюпки. Если честно, мы этим даже пока что не пользовались. Давайте экипажа побольше еще салон таскать. Он нам будет очень нам помогать во время абордажа. Так, ну и черт возьми, давайте цилиндр пушки пахло. Двадцать пять, 35, 45 выстрелов. Охренеть. Тяжелые ядра могут нанести врагу огромный урон, но эффективно они только на небольшом расстоянии. Используйте мышку, перейдите взгляд на борт своего корабля, затем нажмите выстрел для выстрела. Спасибо за доверие. Так, на самом деле, для начала... Бандитское логово. Так, для начала перенесемся сюда. Да, подтвердить. Сейчас бегать хочу еще на бандитское логово схватить, чтобы нам больше еще приток денег был. Так, это у нас в ту сторону. Кстати, а ведь раньше в ассасинах можно было нанимать себе помощников, кстати говоря. Я понимаю, тут такого пока что нельзя, да? Да, нас назад, к примеру, не возвращают, так что нормально. Избегайте разведчиков банды. Найдите разведчиков банды. Смотрите флаг. Найдите главаря банды. А, Шей, прыгай. Фум, снотворное было. Вот так-то. Давай, подыхай. Фрагмент анимуса. Пошел месяц со всеми. Как убежали. Оп. Так, Кэп у нас, значит, где-то за тем зданием ходит, да? Привет! Как мы его не обыскиваем еще в это время? Ай, стоять! Блин, как же ты медленно достаешь эти... винтов, свою винтовку-то, а? Так, Кэп где-то рядом. Нет?
Аля, защищен был, да? Господи, дайте сюда. Извиняй. Но там как бы, да, взорвалось. Чего говорить? Блин. Ну да. А что случилось? Почему он умер? Он просто сам взорвался. Ай! Да. Да, тут хорошо было. Так интересно, что их не скотины. Ох, не успел перехватить. Да иди сюда, давай. Да я потанцую. Пошел вон. Так, ну и что у нас осталось, второй флаг? Ты расталкивай, расталкивай друг друга. Блин, не успел перехватить, сушка. Ага, такие отблески еще появляются. Карена с нами. Похоже, эти находятся. Сундучок. Ну что ж, теперь это место мое. На самом деле немного как-то странно то, что эти вот войска в красных мундирах против нас. Какие-то, наверное, обычные стражники. Лисица водится тут. Улучшение бухты. Что за улучшение бухты? Меч викинга. Такая фигня на самом деле. Военная корреспонденция. Так, давайте сбегаем туда, посмотрим, что это такое. Доход увеличился, да, 600 монет. Наверное, вот тут, да? Нет. Ух ты, лисички, лисички, лисички. Блин, а у меня ведь ничего такого нету, да? Чтоб их убить. Блин, я вообще люблю лис. Такие классные. Блин, жалко их так убивать тут. Одна кость, одна лисья шкура. Если мы ее, наверное, не убили бы пистолетом, то у нас не было бы. Ну, точнее, было бы две лисьи шкуры. Ну и кто здесь прячется? Кто и где? Стоп, сена, что ли? Оп! Нет! Пошла вон. Просто пендаль! Просто отвези пендаль. Что, умереть захотелось? Умри, пожалуйста.
Так, что ты мне скажешь такого? Это увеличит доход на 350 монет. Да, согласен. А, точно, мы же, да. Улучшаем вот эти вот мельницы, храмы и тому подобное. И знаете, наверное, давайте у нас сегодня будет вообще серия, ребят. Странно, знак это остался. Сложно. Сложно. Норма. Сложно. Блин, да. Ну, все-таки попробую сунуться туда. Попробую сегодня захватить весь город. Ну что, черт возьми, это все-таки доход. Какой-никакой. Кусты. Нет, это I got you. Сдохни. Ассасинка. Так, а тут у нас что такое? Военные корреспонденции, причем еще защищают эти ассасины. Да какого черта? Да блин, ну шеи! Да спрыгни ты просто отсюда, а. Что это такое? Добрая охота! Карта сокровищ. Ага, тут хотя бы координаты указаны. Нечего ходить смотреть. Раз. Ты же мне позволишь приземлиться мягко, не так ли? Письмецо. Премного благодарен, сударь. О, команду хоть пополнили. Так, ну и, собственно, тут 200 метров осталось. Так что, думаю, сейчас добежим как раз. Такой еще туман над озером. А, ладно, сундук. В общем-то, сундук. Сундуки, точки обзора, перехват заданий. Как я понимаю, собственно, ну... Пролог и обучение мы прошли, вот они всякие дополнительные задания появились, там, перехваты и тому подобное. Не скажу, что их буду выполнять. Нас будем пробегать мимо, то уж попробуем. Сорвите флаг, уничтожьте запасы ядер. Господа, добрый день. Внимание, запретная зона. Командир найден, да? Ах ты скотина! Не-не-не! Ух! Блин, ненавижу. Скотин. Так, сейчас отрегенимся. Чё у вас происходит, а?
такой выстрел с куста был. Не-не-не-не, никто ничего не слышал. Никто не видел эту руку из кустов. С кем они там рубятся? Надеть газовую... О, кстати говоря, да. Газовая маска тоже мне, конечно. Так, осталось найти главаря. Что с ним случилось? Они стали дружить берсерками? Ой, это мирный житель был. Ну окей. Его миссия там пошла. Да ты скотина, иди сюда! Клишей, у тебя же есть маска. Этого дерьма. Ты еще нормально не можешь допрыгнуть на эти. Забраться на здание. А, добрый день. Я тоже там наверх собираюсь. По-моему, кто-то упал вниз. И разбился. Идиоты. Не, он, зараза, входит. Ну там это, да, сидит. Зараза! Вот именно, вот если бы ты хоть постоял бы на одну секунду. Что, тоже хочешь умереть? Пошел. Да блин, как? Там ведь даже не набиралось. Да, это, конечно, будет весело гоняться. Ах ты! А в меня что-то кинуло. Причем, по-моему, даже не попало. О, господи, сколько мне за того еще бегать получается, а? Ух ты! А ну стоять, скотина! Ну иди сюда! Сдох. Наконец-то. Господи, сколько же за вами еще бегать-то надо, а? I don't wanna die! И крики. Так, тут у нас где-то сундук должен быть. Вот он, сундук. Так, и очередное место наше.
Можно какие-то чуть пропустить? Так, ап. То место, а потом, собственно, сюда пробежимся. Кстати говоря, где у нас тут есть банк? А, вот он. 400 монет есть только. Ну ладно, это тоже пригодится. Ладно, побежали. Перехват заданий. Но все-таки нет, нет. Поймайте голубя, тем более. Ловить какую-то птицу я не собираюсь. Там, по-моему, кого-то резали. Не знаю, кстати говоря, ребят, даже вот то, что пишут, что тяжелая зона, тяжелая зона. Это не особо тяжелая. Голубь улетел, да и пофиг. Мы хотим помочь и хорошо поработать. Здание отремонтировали. И где-то на этом здании, кстати, сидит наш убийца. Вы серьезно? Я же убил ассасина, блин. Ну... Господи, скотина, вы мне и дали на зайца похотиться. И кого он теперь свалил? Вон он бегает. Заяц! Заяц! Не тони! Зайцем убийца, он решил утонуть. Одна кость, одна жающая шкура, отлично, можно хоть себе хит сейчас поднять. Серьезно? По-моему, я не заплатил за те неприятности, которые принес. Стоит, скотина! Сейчас у нас 2000 монет в банке. Неплохо, неплохо. Так, ну что, увеличим нам здоровье? Блин, а раньше было классно. У нас именно на нашем персонаже броня изменялась. Это я имею в виду про вторую часть. Ну, Шей, открывай. Привычка нажимаю на M, чтобы посмотреть задание. Так, ну что? Еще одно место захватим, что ли? Блин, жаль, тут нет лошадей. На них хотя бы быстрее ехать можно было. Так, и надо бы не забыть 2000 забрать из банка. Пошла вон, блин! Только мешаются. Чё, жива что ли? Женщины тоже мне.
Не, на самом деле, как-то слишком много вот этих вот ассасинов появилось. То, что слышите, мы просто бежим и отовсюду шепот. Джеронимо! Да, прыгнул. Блин. Ха, если я голову пристрелю... А, его нельзя пристрелить. Оп! Награда... 1500, вопреки... Против Браса разберитесь с ним при свидетелях, заставить местных жителей задуматься. Так как голубь вернется. Ну, 1500 как-то не... мало не бывает. Найти цель ассасина. Защищать! Слушайте, вот это интересно уже. Я присматриваю за рабочими, забочусь о них, стараюсь быть честным, когда решаю, кому и когда работать. Не имею представления, почему они желают мне... Добрый день. Может, думают, что я богат? Блин, я думал, вы это какого ассасина прибежали. Слушайте, а вы там не болели, а? Я как бы делом занят, наверное. Чего я не прыгал сейчас? Валите, блин, от меня! Ах, не получилось его заблокировать. Даже не заблокировать. Ох, ты скотина. Скатывайся, Шей. Наконец-то, дохнул. Минус ты. Минус ты. Шел вон. Блин, промазал. Добрый день. Оу, то есть еще одного надо убить. А вот все вот из-за этих уродов, кстати говоря. Его нафиг. Что, тоже драться хочешь? Почему я не увернулся? Идиоты! Да вы достали уже! Сколько можно? Блин, задание провалено за гребаные стражи. Который начал в меня влетать. Ах ты! Что-то да, не среагировал. На, вот теперь это, вот так вот. Сорвите флаг, найдите, убейте, спасите британских солдат.
пошел вон. Просто спинка. Kill time! Ну а что он правильно сказал? Kill time! Так, где они там? Вот надо спасти-то. Найдите главаря. Вот и все, скотина. А мне надо, чтобы дебил не перезаряжался во время, когда мне надо. В общем. А, слушайте, красный мундир, а вы не перепутали тут ничего, а? Господи, теперь еще главное против меня красные мундиры дрались. Идиоты. Как ничего это пропустить, нет? Так-с. Знаешь, что такое за шестерни? Чертеж. Интересный чертеж чего? И 2000 неплохо так, по-моему. Давайте, наверное, сбегаем, апнем, опять-таки. Наше место. И, наверное, собственно, по ним задание, что ли. Эти два ставим на потом. И сейчас захватить тут, не знаю. Так, о, у нас уже 12 тысяч монет. По-моему, каким сарай был, так, таким и остался. Почаще, чтобы не терять деньги. Извиняй. Вот ты ведь мог не врываться. Ты мог просто-напросто жить спокойно. Но нет, надо было тебе все-таки ворваться, да? Даже ничего не дала. Ну давайте, идите сюда, кто хочет умереть. А, окей. На! На топором! Если ты видел, что я сделал, то почему ты нападаешь? Ах ты, ну ладно. Так, что у нас было у капитана? Денежки, дротики с санатором. Зачем нужны эти дротики с санатором? Вот пули, да. Пули-то да. О, слушайте, у нас есть ножик, оказывается, метательный еще. Прикольно.
Такс. Ну что, где мы там? 10%. Можно было, конечно, наверное, пробежаться, тут все захватить. Но я думаю, ребят, вы меня просто убьете, если я на это все угроблю всю серию. Так что давайте еще немножко по заданию пройдемся и будем завершать. Что вы сегодня хотите? Так, боеприпасов, наверное, купить побольше. Горючка мне не нужна, лучше не Морриган. Так, можно и хитов, на самом деле, повысить. Не, собственно, лучше побольше пушек. И что у нас можно на 4000? Тяжелые ядра. Можно более лучше их сделать. А можно, собственно, и обычные ядра апнуть. Под английским флагом плаваем. Спасибо за доверие. Да, не за что. Блин, вот, да, шей, куда ты полез? Ладно, поплыли. Северная Атлантика. Ривервейли опять. Ну, поплыли в Ривервейли. Корабль под красными парусами. В следующий раз, наверное, потратимся на улучшение корабля броньки. На его здоровье. Полковник ждет в Олбани. Интересно, что еще он для нас придумал? Нас? Я думал, ты хотел просто встретиться с Монро, а не в армию меня записать. Так и есть, Шей. Но мне близки его идеалы. Я за их реализацию. И какие же идеалы? Сильные границы, богатые фермеры, торговля. Нам это очень нужно. Какая-то высокопарная утопия. Пусть так. Притворим ее в жизнь. Полковник Монро интересный человек. И, безусловно, достоин. Такой брик. Поворачиваем. Потом. Проверим наши новые пушки. Отлично. В деле. Бум! Блин, я ни черта не вижу. Ох. Так, минус один. Убавляй! От ветра! Надать скорости! Это мы захватим. Видите команду врага, 10 человек. Уже минус трое. Восемь. А, патрон закончились. Так, да, я сейчас не случится, как в прошлый раз. Я решил один в одно лицо штурмовать корабль. Так, минус капитан. Вот и все.
порты и отправить во флот Кормака? Интересно, слушайте. Надум нам потом расскажет, что такое флот Кормака. Так что пока что топим. И 900 монет получаем за это. Отдать гроты! Ура, еще надо брахос спасти. За бортом добыча, сэр! Нагитовы! Марселя, Марселя, бомбром селя, леселя! Ветер! Спустит все, кроме грота! Так, поворот. Еще парусо! Так, то нам проплыть надо через... Да, тут небольшой островочек. О, тут тоже можно что-то захватывать. И прикольно. Сколько? Три форта? Да не врежемся, просто причалим к берегу. Обстоятельства, часть третья. А вы в добром здравии? Да, благодаря капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист. Что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за нее. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош. Но всегда можно сделать его лучше. А тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль. Что-то насчет мин нам рассказали. Плывите к французскому аванпосту. И где он находится? А, туда вот это же. Ну, ладно, ребят, давайте тогда мы туда поплывем уже в следующей части, в следующей серии. Ну, а пока что, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите, друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока. До новых серий и до новых врывов. Удачи вам!